вам большой-большой секрет. Что такое, спрашиваете вы? Куда он идет? Почему темно? Спокойно, друзья. Еще рано. Для еды еще рано. Так, мы на свет выйдем. Я иду пешком на тренировку. До зала 4-5 километров. Я дойду туда, проведу убийственную тренировку ног. И на мертвых ногах поползу домой обратно. Я думаю, после такой тренировочки будет залетать еда нормально. 12 часов ровно я начну кушать. Вот такие дела. Сейчас я пойду умирать. А вы ждите обновлений. Пока. Дома. Это было, конечно, весело. Время 11 часов вечера, 15 мая. Я прошагал туда-обратно 7 километров. Между этим делом я сделал убийственную тренировку ног. Я пожал ногами все-таки больше, чем когда-либо. Сколько это было? Это, короче, с каждой стороны по 8 блинов 45 фунтов. Что-то там 320 килограмм, что ли. Ну, и такого вообще не было. 4 по 7. Такие дела, такие дела. Ну, я, конечно же, по пути заходил в магазинчики и набрал себе всяких снеков, наверное, это сказать, чтобы... День пошел удачно, следующий. Давайте посмотрим, что там есть. Итак, это, конечно, мороженое Magnum, которое я обожаю. Три мороженки разных вкусов. Здесь у нас идет Kinder Bueno. Мороженое Oreo. Стандартный набор Nutella, конечно. Всем советую на набор калорий брать Nutella. Это просто калорийная бомба на самом деле. Ну и все ее любят, поэтому... Почему нет? Бескалорийная кола. Ну, прямо сейчас пить. Лейс со вкусами, которые я раньше еще не видел. Попкорн, карамель, мед и масло. Была акция на арахисовые чашечки Reese's. Поэтому я взял аж 10 штук. Офигеть. Чили соус, колбаскам, сосискам. Затем это сосиски в беконе. Тайская тема, очень вкусная. И так, 16 мая. Первый прием пищи у нас 12 ночи сразу же. Тут тайская колбаса на бекон. Крутейшая штука, надо пожарить. Куриные сосиски, тоже тайские. Пойдут с сингапурским традиционным блюдом лакса. Это карри-суп с лапшой. Похоже, наверное, на бич-пакет, но это не бич-пакет, ее надо готовить. Она варится 5 минут. В общем, лакса. Сингапурская и тайская кухня. На десерт у нас вафельный торт, который очень популярный в России. Офигенный. И американские донатсы, пончики. Вот они такие. Ну вот, в принципе, вот так вот начинается наш день. На 5000 калорий. Бывай, фокус не лови. Во.
Понедельник, 16 мая. Первый прием пищи. Лакса, сингапурская лапша карри. Поехали. Попробуем. Ну, знаете, вот эта карри с сильной креветочной пастой дает вот, ну, конечно, очень жирная, вкусная, с кокосовым молоком, и я еще сливок добавил. Ну, тема. Тайская, конечно, масаман вкуснее. Первого приема пищи, все еще понедельник, 16 мая, 12:30 ночи. А у меня завтрак, вот причем офигенный завтрак. Это, наверное, у нас больше американский завтрак с чили соусом. Я считаю всю бутылку сразу, ребят. Я все равно в течение дня закончу, уж поверьте, и покажу вам. Не хочется граммы высчитывать. Ну вот, поехали. Что, друзья, время 2:50, 16 мая, время почаёвничать по-русски, у нас здесь русские вафельки, для медведя как раз, вот такие. Это даст нам еще где-то 1000 что ли калорий, может 2. Что я хочу сказать, почти 5000 калорий, куча углеводов, жиров, у меня нет никакой усталости, я не вспотел даже, мне по кайфу, у меня куча энергии, я бы прогулялся даже, если честно. Чувствую себя вообще супер. И от какое-то ощущение счастья вот после голода, после диеты, видимо, углеводы как раз в мозг приходят, и я чувствую прям все круто у меня в жизни. Может, это психология, какая-то психика от диет сломалась. Не знаю, но я чувствую себя отлично. И это мое очередное блюдо в первом приеме пищи, я замечу. Друзья, у нас прошло 4 часа с момента первого приема пищи. Это значит, что наступило время для второго приема пищи. У нас была сингапурская лакса, но мы продолжим азиатскую тему и перейдем на японскую кухню, да? Японские пельмени гёдза, гайоза,
Как хочешь называй, короче. Это пельмени, я хочу пельмени. Лежал я, немного опять залип, отошел от блинчиков этих грёбаных, и пора на тренировку, опять пойдем пешком, сэкономим бензин и потратим калории, это нам будет так нужно. Bye.
Наконец-то я дома. Ходьба и тренировка заняли где-то почти 4 часа. И все-таки ходить по жаре такое количество километров. Это я пошел на рынок и магазины. Получилось, может, туда-обратно километров 8-9. Набил жилую жидкость еще. И я так запарился, просто жесть. Вот. Захотелось мне поесть вот таких вещей. Жидкие калории, но у нас нет правил, как набирать калории. Сок это все-таки хорошо. И фрукты это хорошо, консервированные. А если плохо, так есть и свежие. Где они? Давай, открывайся. Яблочки. И уже там видели бананчики. Все это еще с арахисовым маслицем. С арахисовой пастой, как хотите называйте. Вот, где-то так будем пока питаться. Желания особо чего-то другого пока нету. Но я думаю, скоро появится, сейчас надо отдохнуть. И все, в принципе. Так, вот это, конечно. Видели, я покупал эту фанту. Это жесть какая сладкая хрень, это как сироп пить. Никому не советую. Такие дела, я отдохну, попью сока. Продолжаем освежающий прием пищи. Больно жарко для пиццы и пирожных, вот. Поэтому у нас 17 тайских бананчиков с арахисовым маслом, стакан сока. Thank you.
11:30. 16 число. Сейчас ориентировочно на 24 тысячи калорий. Я больше не буду есть. Все закончилось пиццей, этим глупо сладким печеньем и остатками нутеллы. Они меня просто добили. У меня опухли немного, вы можете видеть уже под глазами от углеводов. И больше, я думаю, есть не стоит. Сейчас я допью сок, приму ферменты. Я думаю, слабительное не помешает. Мочегонное тоже. И все, ребят, на этом мой челлендж окончен. 30 тысяч я не догнал, 20 тысяч перегнал. В принципе, неплохо. Спасибо, что смотрели. А я говорить больше не могу. Я пойду сейчас попью еще хорошо и спать буду. Всем пока, ставим лайки, подписываемся и так далее. Что там еще надо говорить в конце, не помню. В общем, счастливо.